Соткана. Так говорят о стиле коллектива родители. Все началось 20 лет назад, когда выпускница ансамбля «Современник» решила, что не может жить без танцев и основала собственную студию, которая со временем стала базироваться в Доме культуры «Станица Анапская». В тот период, когда я пришла сюда работать, директор был Нина Евгеньевна Хижняк, и это она меня встретила совершенно случайно здесь, в Анапской, и говорит: приходи к нам, защититесь, получите звание образцово-художественный и будете здесь у нас творить. Так как в Анапской действительно не было ни одного коллектива именно по спортивным бальным танцам, мы пришли сюда возрождать бальные спортивные танцы именно вот здесь, в нашей станице Анапской. Звание «Образцовый» Эврика получила в 2008 году. Лидия Путилова, тоже выпускница «Современника», теперь возглавляет коллектив. Ребята здесь настолько дружные, уважающие друг друга, очень хорошая сборная команда родителей, поэтому, я думаю, в совокупности этот коллектив будет достойно представлять город Анапу на всех творческих фестивалях. Первые танцевальные шаги ребята делают в 4 года в ансамбле, который назвали «Спутник». Со временем переходят в старший состав. В активе воспитанников Эврики десятки наград, в том числе краевых и общероссийских турниров. Одна из самых ценных – первое место на чемпионате Южного федерального округа, который проходил в Анапе. Дети Полины Ковалевской занимаются танцами в Эврике. Дочери 7, сыну 12. Ребенок старший уже настолько втянулся, что для него это как в школу ходить. Вот он бежит, он знает, что у него танцы. Он сам собирается, сам идет. Иван Скорпинцев в коллективе с 6 лет. Помнит, как тренеры пришли в детский сад. Пригласили всех, из группы вызвался он один. Мы танцевали в ансамбле, смотрели на наших старших ребят и всегда хотели научиться танцевать так же, как они. Теперь вместе с Фиолетой Рощиной они тренируют детей. Детки, которых воспитала Ирина Николаевна, прекрасно помогают с нашими детьми. Они вроде еще и дети сами. Но настолько ладят с нашими детьми, помогают ей, воспитывают наших детей, тренируются с ними. Растут на глазах. Мы вот буквально наша самая старшая группа, мы их помним, сколько им лет, наверное, 7 было, а сейчас они в 5-6 классе. Они просто невероятно выросли, как на глазах. Причем они выросли не только в возрасте, но также и в своем танцевании. Делают большие успехи. В ансамбле надеются, что Иван и Виолетта продолжат традиции. Сегодня в коллективе занимаются 70 ребят. Руководитель верит, что когда-нибудь будет и 170, и 270, и будут новые победы.